Дорогие братья и сестры в исламе, порой в нашем кругу взаимоотношений мы так стараемся, чтобы люди были довольны нами. Мы стараемся угодить людям настолько, чтобы они были впечатлены нами. «О, да, это тот самый парень». А иногда мы фактически хвастаемся перед ними, чтобы достичь их признания, чтобы поддержать хорошее расположение к себе. Порой мы на самом деле можем ослушаться Аллаха, свят Он и велик, чтобы сделать их довольными нами. Муавия ибн Абу Суфьян, да будет доволен им Аллах, послал письмо к Аише, в то время как он был правителем правоверных. «О, мать моя, сделай мне насиха, дай мне полезный совет, сделай мне наставление». Аиша, да будет доволен ею Аллах, написала ему: «Что касается того, чему следовать, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول». Я слышала, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس. Если кто-то будет искать довольство людей тем, что влечет гнев Аллаха, то Аллах разгневается на него и вызовет гнев людей против него. И здесь я всегда привожу следующий пример. Вы находитесь на своем рабочем месте, и вас окружают исламофобы, особенно ваш начальник. Вы знаете, что он действительно против ислама, против мусульман. И вам необходимо своевременно молиться 5 раз каждый день, и особенно в короткие зимние дни, когда промежуток между зухром и асром очень маленький. И вы осознаете, что вам придется совершать молитву в присутствии вашего начальника. В конце концов, вы оставляете молитву, чтобы добиться его довольства. Это один из примеров. И знаете что? В этом хадисе говорится, что этот человек уволит вас по другим причинам. Найдется другая причина, по которой вас уволит этот человек. И послушайте конец этого хадиса. А если вы будете стоять на правде, если вы будете твердо отстаивать истину, будете искать довольство Аллаха тем, что вызовет гнев людей, то Аллах дарует вам свое довольство и избавит вас от трудностей с людьми.